Не нужно углубляться в нее, не нужно погружаться в нее. Во все, что она пишет, сделав вид, ее, мол, не колышет. Намеки на ответное чувство излишние. Методы и способы известны, никудышные. Если бы ты ей реально нравился, все бы было гораздо очевиднее. Да, слейся с ее глаз вовремя, сам знаешь, получать отказ обиднее. Получаешь от нее неоднозначное сообщение. Она будто не сильно-то и рада с тобой общению. Вероятнее всего, ее чувства отличаются от твоих. Это чревато отсутствием вигвама на твоих. Когда любовь не во сне, а наяву, то никто не взвешивает, сколько кто кому. Все внимание, время, жизнь друг другу. Тогда все замыкается, все идет по кругу.